Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королёва. Теперь мы были совсем рядом с Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Ну, возвращаемся в пролог, так сказать. Почему без противогаза? Как ты сюда вообще дошел тогда? А, в библиотеке не так жестко было, как казалось. 5, да? Получай. За лагерь. Куда ты выришься, ублюдина? Ой, мельник красава. С Гаусского. Точнее, стрельца Гана. С тобой все в порядке? Забысы. Мы что, даем? Мы их рассеяли. Надо прорваться к башне. Это наш шанс. Пойдем. Артем, я останавливаюсь не на секунду. Понял. Слева, они слева! Давайте ко мне. Ты слева! Давай скорее сюда. Да чё же меня-то бьют? Давай, 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 вперёд! Будь они прокляты. Нам нужно убираться отсюда. Блин, да чё ты встал? Десантируемся. Ага. Точно, блин, десантируемся. Вперед! Так заранее, блин, все. Ну давай же! Бегит тормознутый. Да автобус! Блядь, чё ты стал? Давай, 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 вперёд! Артём, отмотри комнату наживо. Да чисто тут... Почти попал. Будешь что рассказать мужикам. Ну да, точно. Мы как бы невидимые. Ты на вкус мой не очень. Стой! Проклятие, огонь! Вперед, вперед! Теперь тихо. Пошли. Смотри, вот. Это же башня, да-да-да. Теперь надо найти путь наверх. Да, это, я думаю, проблемно будет, нет? Лифты-то не работают. Или работают? Да, легче сказать, чем сделать. Путь наверх. Есть мыслишка. Давайте забирайся на крышу лифта. Попробуем обеспечить противовес лифта. И полететь вверх, я так понимаю, да? Давай, давай, убери жало, давай!
Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Не соврали. Лифт доставил нас прямо наверх. Мы теперь словно парили над этим миром. Он весь был у меня на ладони, и будто бы его судьба зависела от меня. Я сделаю все, что от меня зависит. Я установлю систему наведения. Так я думал. Но человек предполагает, а располагает кто-то другой. Держись покрепче, будет трясти. Тихо. Высоковато. Ох, нихера. Эй, Артём, с тобой все в порядке? Да-да-да. Фантастика. Ульман? Ульман, как слышите? Мы на базе. Цель скрыта за облаками. Мы поднимаемся, прием. Ладно, Артём. Нам теперь нужно тебя каким-то образом сюда поднять. Демоны! Прячься! Куда? Чё? Она улетела! Найди способ сюда забраться! Понял, понял. Не дурак. Тихо будь. Фильтры, хорошо. О, бля. Пошла ты нахер, мразина. А мне похер. О, мать твою, Ульман. Ой, Ульман, мельник, я тут, все. Фух. Ульман, как слышите? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. Ёпта! На связи, мельник, мельник! Стреляй, Артём! Артём, мельник, прием! Вот чёрт! Не сей, выберешься. Меня ранили. Будете на связи с Артёмом. Прием! Вас понял, полковник. Прием. Лазерное наведение нам тут не поможет, Артём. Облака слишком густые. Придется тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Давай, парень. Теперь все в твоих руках. Все, я тебя понял. Тебе можно лупануть, нет? Да не сыто выберешься, я знаю. Я играл. Метро Lost Light. Нихера себе, это вот этой хули, да? Магическая сила. Очень опасно. Хоп, фильтры. Очень хорошо. Так, мне с ним советуется, я так думаю. Он здесь. О, здрасте, ребятки. Эти черные, походу, их глушат. Здрасте, молодой человек. Я вас наебну, черномазый. Нехер мне в бошку залезать.
громко. Падать высоко и неприятно. Зачем они здесь? Чтобы вас... Он несет смерть. Да. Артём, прием! Слышите? Так. Ну что, вот, мы уже на верхушке. Ничего не помешает. Вы в зоне контакта. Артём, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Все, понял. Жду. А где Кремль? Все ясно. Потому что, ёпта. Нельзя позволить ему. Людей наших не трогайте. Как и все. Они не могут измениться. Мы остановим тебя. Попробуй. Черный. Все, в обморок на эту. Сюда? Да. Не-не-не-не-не. Назад. Только они сами улетают. Тихо. Фух. Мы остановим тебя. Брык. Бред. Быстрее, беги, Артёма. Сдавайся. Раз, два. Артём! Артём! Он пришёл истребить нас. Так. Мы активно боремся с ними в нашем разуме. Позволить ему. Чё нельзя-то? Всё можно.
Ну, типа. Так, сюда. Сдавайся. Скорее, вы сдадитесь, упыри. Уничтожьте его. Они же сами нападали, не могли мирно как-то прийти. Зря на Москву действовали. Люди, конечно, будут их убивать. Артём! Если так вырываться. Врагов надо истреблять. Это же Хандер! Остановите его. Все умрут. Почему? Ответь. Ничего, у вас один выживет мелкий, мы с ним подружимся. Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. 20 секунд до завершения процедуры захвата цели. Боль. Смерть. Я, кстати, Спаси. 10 секунд до завершения процедуры захвата цели. Он не понимает. Я, кстати, прошел, считай, на хорошую концовку. Я мог сейчас сбить, но я не буду делать этого. Он может все изменить. 5. 4. Могу стрельнуть. 3. Тут будет хорошая концовка, но не. 2. Я 1. Выберу истинно правильную. Захват цели завершен. Истинно правильная. Ну, как я считаю, Артём, по крайней мере. Артём, вылетело! Принимайте посылочку! Да. Вот разбомбить их, я думаю, истина пока правильная. Все равно выживет один мелкий черный. И он найдет, кстати, своих этих друзей других черных. Которые там находились в пячке где-то в D6 или где-то в том районе. По-моему, в каком-то бункере, короче. Полетели. История по книжке, да, Дмитрий Глуховский. В общем, мне лично прохождение очень понравилось. Смотря уже, что не первый раз прохожу, даже не второй, по-моему. Все равно игра просто охренительная. Как и вторая часть Metro Exodus. Вот. Ну, игра просто прекрасная. Особенно, если, так как Stalker 2 уже не выйдет, это просто надо тем, кто Сталкер играет или играл, и не играл еще в метро, обязательно это сделать. Я с вами прощаюсь, надеюсь, вам понравилось это прохождение. С вами был Сникер Мульти. И всем удачи и пока.